А полагаете, Украина прямо может поставить себе цель бабахнуть дом Симоньян? Да, я не исключаю. А поставили же цель взорвать Прилепина или вот этого, как его, Татарского. татарского, да. А почему нет? Не, ну как бы игра пошла по такому счету, что уже никто не церемонится, табу все сняты, и поэтому Украина вполне может руководствоваться. А будет ли это чувствительно? А будет это чувствительно. Демонстративно? Демонстративно. Может это сделать запросто. Кому-то из них вот так оно прилетит, между прочим. С неизбежностью прилетит, поскольку, ну как, война, вы обстреливаете, убиваете, вас обстреливают, убивают. Здесь логика очень линейная. И поэтому нужно ждать увеличения, потому что это вопрос уже индустриальный, промышленный. Если будет больше дронов, больше полетит. Ну, конечно, какое-то количество бьют, РЭБы, там, средства ПВО, но какое-то долетит. Вот. Поэтому здесь скорее нужно напрячься даже не столько обывателям российским, сколько вот таким специальным людям. Вот для них это может быть очень чувствительно через какое-то время.